сьогодні. Тема нашей сегодняшней программы – болезнь с приданным. Чего вы сейчас хотите больше всего на свете? Чтобы мой ребенок был здоров. Его два раза сбивала машина, подняло правую сторону. Ему сделали же одну операцию. У него было кровоизлияние мозга. До момента, когда он поставили диагноз инсульт, сколько времени прошло? 8 месяцев. У него еще были приступы эпилепсии. Мы повезли нашего главного героя в Киев, где провели обследование. В конце программы мы точно сможем узнать, можно ли помочь Сергею или все-таки поздно. Говорить Украина. Сьогодні 19:45 на каналі Україна. Уважаемые наши зрители, смотрите еще больше невероятных историй. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.